«С днем пожилого человека». Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение, ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Вашей энергии и бодрости позавидуют многое, и большинство молодых не угнаться за вами. Единственное, что выдает ваш большой жизненный опыт – это глаза, ведь в них столько мудрости, столько понимания. С таких слов, собравшийся на праздничный концерт, поздравил аким поселка Аксу Марат Смагулов. Ежегодно в поселке Аксу проводится месячник поддержки старшего поколения. Праздник «День пожилого человека» – это международный праздник. Его отмечают во всех странах нашей планеты. Ежегодно в школах поселка с праздничным концертом, подготовленным учащимися, празднуют этот великий праздник, куда приглашают людей старшего поколения. В школах поселка Аксу поздравили 35 ветеранов. Далее представители концерна «Казахалтын» вручили денежные подарки 112 пенсионерам поселка. Продолжилась торжественная честь праздничным концертом.